Так, о, отлично, Сатурн отлично. Так, 4 или уже 5 июля 2020 год. Ага, 0 часов 10 минут 5 июля 2020 года в Харькове. 1 350 000 000 километров до конкретно этого участника нашего парада планет. А сегодня натуральный парад планет. Начал я с Сатурна. О, нет, хорошо вообще видно. Получше, чем на первом дубле. Очень четко кольца видны отдельно. Да, уже луна полная у нас. Освещает надо все по кругу. Уже правее Сатурна у нас Юпитер. Сейчас на него переведусь. И даже чуть-чуть дымка у нас, не то что полностью рассеялась, а стало меньше сегодня, то бишь уже вчера, учитывая, что 10 минут первого было 38 градусов жары. И все эти испарения превратились в дымку. Так, Сатурн ушел. Это Луна. Сейчас наведусь резвенько на Луну. Да, точно, на одном уровне с Сатурном. Белое солнце пустыни. Уж как сияет коралл. Так, я отошел. Луна ползет сама. Бог его знает, дикая яркость. Не знаю, будет ли точно так это выглядеть на большом экране. Но, скорее всего, будет. О! Вот наш кратер Платон. Кругленький, аккуратненький. Ладно, это глаза себе жечь с таким светом. Пошли ловить. Ну вот он и поймался. Смотри, как хорошо видно Юпитер. Вот Луна. И вот Юпитер. Так, на прошлых съемках на первом дубле, это уже третий. Первый дубль был при таких же настройках, но дымки было побольше. Полосы было видно, но спутников Галилея было не видать. Посмотрим, что нам дало уменьшение дымовой завесы. Так, сейчас резкость попробую найти. Не, надо, конечно, что-то с этим экранчиком делать. Малепусенький экранчик. Совершенно не вижу. В резкости, но не в резкости, но полосы я вижу. Может, через планшет как-то можно. Ладно, будем разбираться. Ну, полосы вообще классно видно. О, вижу слева. Слушай, классно полосы видно. Классно и спутник видно слева.
То, что блестит, это у нас Ио, вероятно. Европа. О, он справа мигнул нам. Ганимед. Вообще супер. Вот это да. Я пока снимал, только классно получалось утром. Нет, мигает рядом с Юпитером, вылез из-за Юпитера недавно спутник Европа. И вот дальше уже, то есть два спутника совсем рядом с Юпитером. Ганимед гораздо дальше справа. А на фоне ночного такого неба контрастного я так классно еще не видел, чтобы снималось. Полосы совершенно четко я вижу. И все-таки мигает, я не знаю, может в Ютубе, когда это все перекинется, немножко ужмется и сидятся эти спутники. Но сейчас я вижу даже, как Европа подмигивает совсем рядышком с Юпитером, а дальше Ио идет. Ну и Каллисто там должен быть. Очень хорошо, очень хорошо. Вот она, луна. Да, прям аж не терпится пойти туда домой, посмотреть на большом экране, как это все получилось. Плохо, конечно, что резкость практически невозможно навести на таком малюсеньком экранчике. Опс. Треногу ушатал. Еще разок, раз так классненько пошло. Сто 125 крат увеличение оптическое, плюс 4 цифровое. Ну где ты там, где ты? Так, резко словлю. Да, это, конечно, терпение надо иметь. И ловить это, а тем более смотреть это. Да, вижу полоса. И вижу спутники. Так. Около часа выползет у нас Марс. А около 3 утра выползет у нас Венера. Будем надеяться, дымка к этому времени совершенно испарится. И посмотрим мы одновременно и на Венеру на западе, и на Луну, садящуюся за горизонт на востоке. Будет хорошая дуга по всему небу. Из Луны, Юпитера, Сатурна, Марса и Венеры. Штиль, все прекрасно. Еще будет у нас
МКС, пролетать мимо Венеры в 3 часа утра. Может, даже его заснимем. Так, все, пошел домой, потом выйду еще разок, уже, наверное, за город. 0 часов 20 минут по Киеву, в Харькове, 5 уже июля 2020 года.